Международный день молитвы за сирот – это прекрасная возможность для служителей миссии Агапы обратить внимание христианского общества на проблему сиротства в Украине. В этот день, принимая участие в богослужениях, мы призвали братьев и сестер объединить молитвенные усилия вокруг несчастных судеб оставленных родителями детей и предпринять конкретные шаги для эффективного служения сиротам уже сегодня. Мы раздали в церквях тысячи фотографий обездоленных деток, чтобы каждый взрослый смог стать ходатаем во Христе за сироту и своими горячими молитвами поддержать ребенка на пути к обретению спасения и надежды в Господе.